такая грязь у нас была. Такая грязь, сейчас я буду мыть это окно. Вверх проведем, так покажу. Вот, вот такое грязное. И отойди подальше. Вот такое окно грязное. Сейчас нормально. Так, ну вот, я тут отмыла. Тут вот ржавчина. Это, оказывается, металлическое все. Вот снутри. Изнутри тут все чисто. Физически все чисто отмыла. Только если красить потом. Вот. Ну, вот решетку, вот эту сеточку от пауков. Тут столько пауков выбежало, пауков 10. Они тут жили. И я боюсь, не люблю их убивать. Разрешила им всем уйти. Они метались, метались, все-таки ушли. Вот такое окошечко. Чистенькое теперь. Но у только... нас. Пойду изнутри тут... теперь. Он уже помыто. А здесь вот такие карнизы, на которые висели какие-то там петелечки, такие вот эти штучки. Я хочу эти карнизы просто отмыть и потом на кольцах повесить вот так занавески. Это будет гораздо удобнее. Покрасим их впоследствии. Ну, смысла сейчас нету покупать какие-то еще новые карнизы, заново их делать. Вот, пока тут просто занавеску вешаем через верх длинную на ночь. А так сейчас сниму все вот эти, очищу от колечек. Вот от этих колечек очищу все. Вот от веревочек. И будут просто как палочки. Чтобы лишних дырок не сверлить. Ну, а на них легко будет повесить навесочку. И беру и снимаю вот эти вот штучки. Пассатижи. Так, сейчас все удалю. Уже веревочки от... Снимала? Видно, да? Видно. Вот. Будет такой вот карниз пустой. Всяких. Как палочка просто. Если его прокрасить... На кольца повесить красивые занавесочки, шторы, то будет замечательно. Выключай.